И всем привет, меня Александр Сучков. В данном видеоролике сегодня мы будем играть в Beaming Drive. В общем, в эту игру. В общем, давайте начнем тогда уже. Сегодня мы будем проходить. Я даже не знаю, как это назвать. Мы сегодня будем проходить такую странную миссию. А точнее, ну не миссию, просто которую создал я. В общем. Попробуем сейчас пройти это все дело. Если, конечно, получится. Итак. Нажимаем. Мануал. Аркад. Поехали. Должно все получиться. Так. Так, едет пока что все нормально. Но дело в том, что. Для чего я написал этот сценарий с этой машиной, вы увидите потом. Потому что я делаю очень огромное количество машин. Здесь уже почти все сделано. Типа это будет как погоня. Извиняюсь, что без звука, но я думаю, нормально. Так. Ну что, я еду или я вообще не еду? Во, реал тайм. Поехали. Понимаю, вообще он выезжает куда, не? Да должен. Все-таки смотрите, сколько этих километров в час. Что-то он, смотрите, долго очень выезжает. Так. Выехал. Значит. Едет, 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 едет. И врезается в это авто. Тихо. Во. Так. У него сразу, смотрите, вот. У той тачки вообще капец ему. Ей. Вот этой вот тачкой. Сейчас. Вот этой тачки вообще капец. Там, нет, она еще едет. Сам прикол. Ну и пипец как вообще. Так, у нас остается вот что. Сейчас он в нее еще и въедет, наверное. Так, эти готовится уже. Давай. Так. Реал тайм. Тихо, тихо. Нет, 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 нет. Дальше поехал, дальше поехал. Давай, 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 давай. Ну, все. Приехал, видать. Ну и все. Это все раздолбано теперь. Так. Теперь нас спокойно наш может этот подъезжать. И все. Открываются двери. И можно спокойно уже у нас он его забирать. Подъехал вот. Все. Типа. Все. Вы типа арестованы. И все. Эти тачки все. То есть, смотрите, вот я его сейчас отключу. Вот. Реал автоматик. Все, они едут нормально. Чтобы он никуда не уехал. Так как он никуда уже не уедет. Эта тачка тоже. Ну ладно, она не так уж повреждена. Это пипец как повреждена. Но мне больше прикалывает та тачка, которую я вот эту разбил. Вот пипец вообще. Что с ней случилось? Это что вообще? Это как это назвать-то? Реал тайм. Вот. Она еще едет. Блин, капец. Ладно, потом со звуком это все попробуем. В общем, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, ну бас, пишите комментарии под видео. Всем удачи и всем пока.